Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Работы на площадке Тектон-квартала возобновят не раньше марта. Это произойдет, если застройщику удастся договориться с кредитором и инвестором, который готов выступить субподрядчиком. Пока речь идет только об объекте по Березняковскому переулку 38, сообщил директор компании Тектон Дмитрий Огородников. О возведении второго объекта по Березняковскому 40 говорить пока преждевременно. Готовность дома номер 38 сейчас составляет менее 40%. Завершить его строительство в случае благоприятного исхода переговоров с кредитором и инвестором планируется за 12-14 месяцев. На возведение второго объекта Тектон-квартала потребуется до 20 месяцев. Встреча руководства Тектона, дольщиков, представителей прокуратуры, заксобрания и администрации Кирова прошла в областном Минстрое. Ведомство сформировало график переговоров с застройщиками на ближайшие 2 месяца. Следующее совещание по строительству многоквартирных домов запланировано на 24 января. Дайджест недвижимости. Лучших дизайнеров жилых и общественных помещений выберут на этой неделе в Кирове. В четверг начнет работу традиционный конкурс-выставка «Сфера дизайна». Определять победителей будут в нескольких номинациях – общественное помещение, жилое помещение. В эту номинацию попадают квартиры площадью от 80 квадратов, а также коттеджи и загородные дома. Кроме того, жюри определит лучшие работы в номинации «Квартира до 80 метров» и выберет обладателя гран-при. Получить награду можно будет и в 10 дополнительных номинациях. На суд жюри и зрители представят работы более 30 участников. В частности, можно будет увидеть нестандартные планировочные решения обычных хрущевок и оригинальный дизайн проекта роскошных квартир. Помимо конкурсной программы будет работать и деловая площадка. Состоятся семинары по профильным темам и презентации лучших дизайнерских проектов. Познакомиться с ними можно будет с 25 по 28 января на 5 этаже ЦУМа. Вход для зрителей свободный. Дайджест недвижимости. Россияне вошли в число иностранцев, наиболее часто покупающих жилье в Турции. В прошлом году граждане нашей страны приобрели более 1300 домов и квартир, сообщает Бизнес-ФМ. Как подсчитали в Национальном институте статистики Турции, на первом месте среди иностранных покупателей в прошлом году оказались граждане Ирака. Следом за ними идут подданные Саудовской Аравии и Кувейта. Четвертую строку в рейтинге заняли россияне, на пятом месте афганцы. Среди российских покупателей много пенсионеров. Самый популярный сегмент – недорогие квартиры 1+1, то есть гостиная с кухней плюс спальня. Цены варьируются от 45 до 100 тысяч евро за объект. Эксперты полагают, что россияне выбирают Турцию из-за отсутствия виз и приемлемых цен на недвижимость. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.